мавпа, як ти аналіз сьогоднішнього поєдинку? Ну, сразу по гарячим слідам тяжело аналізувати такі ігри, тому що тяжело проігрувати, коли ти ведеш 17 очей в останній четверті, і потім, не знаю даже, як сказати, це не розслаблення, не розслабились ніхто, але почали пропускати легкі очки, і Южность ловив кураж какой-то, і у них легче получалось, а у нас наоборот какая-то появилась скованность, и в последние минуты мы ничего не забили. Ну, тяжело что-то комментировать, будем анализировать. Хотелось бы извиниться перед болельщиками, потому что сейчас такое тяжелое время у нас в команде, и хотелось бы, чтобы как можно больше людей ходило и поддерживало, и мы в свою очередь сделаем все, чтобы дальше побеждать, и это был полный зал, как в том году, в финальных сериях, когда люди приходили, все болели. И это приятно всем, мне кажется, даже зрителям, которые смотрят по телевизору и смотрят полные залы. А играть вдвойне приятно в таких залах. А как себя чувствуешь, что долго не играл в официальные игры, в принципе, вообще не играл как? Ну, в первый раз вышел как-то такой дискомфорт, конечно, какой-то, ну, не мандраж, а больше, наверное, неуверенность, наверное, следствие этого, эти две потери, которые я допустил. А во второй раз уже вышел, уже как-то более раскованней. Ну, буду набирать ход на тренировках, надеюсь, что в ближайшее время нога еще лучше будет, не будет никакого дискомфорта, и в полной боевой готовности будем прессинговать соперников. Когда команда проигрывает там 1-2-3 очка, это всегда поражение тренера, поэтому не хочу ничего сказать о выполненных, невыполненных установках. Полностью как беру ответственность за себя, на себя за эту игру. В любом случае, даже если были какие-то ошибки на площадке, это делали игроки, которых я туда выпускал. В концовке, может быть, где-то кого-то надо было убрать, не прочувствовал, кого именно нужно было оставить. Так. Поздравляю Южный, две хорошие победы на выезде без Ильи Сидорова. Вот. Отлично играли, сегодня показали характер. Мы сегодня тоже неплохо играли, я думаю, давно мы не видели такой легкой игры. К сожалению, вот эти вот череда поражений где-то немножко давит, и в конце не забили абсолютно открытые броски. Вот. Конечно, какая-то часть из них была поспешная, ненужная, но в целом броски были хорошие, открытые.